впечатления после первой части нашего турне? Запомнилось больше всего вот эти эмоции, вот этот энтузиазм, который был у нас в зале. Наши бонусы, да, которые есть в Vision. Какой самый любимый бонус? У меня есть, который прямо хочется очень получить больше всего? Да, Vision всего. Voyage. Vision Voyage, да. Хочется, да? Я люблю путешествовать. Самый любимый — Маврики, конечно. Маврики первый или последний? Последний. А что больше всего запомнилось? Что понравилось больше всего? Вечеринка, посвященная юбилею президента. Это было необыкновенно, да. Анастасия, скажите, а сколько же лет в Вижне? 17 лет. 17 лет? Это с какого года? Мне было 19 лет, когда я пришла в Вижн. Сразу после института? Во время института, на третьем курсе. Самый любимый продукт из классики какой? Пакс, наверное. Пакс? Какой легче всего продавать? Продавать легче юниор. Какой самый успешный, самый быстрый рекрутинг с покупкой? Позвали ее Ирина. Она пришла ко мне на встречу, она меня знала, хорошо доверяла. Она в этот же вечер, ну, при нашей встрече она заключила контракт и сделала заказ на 190. То есть здесь момент доверия сыграл. То, что новый продукт, вот этот Daylonger, как вы видите работу с ним? У меня огромное количество контактов в WhatsApp. То есть я бы составила какой-то короткий спич, видео и отправляла бы. Но это люди, которые хорошо меня знают, они мне доверяют. Инструментов, которые сегодня предложили, какой больше всего понравился? Ну, какой бы вам больше всего в работе помог бы? Сейчас вот мне нравится сессия, мне очень нравится система мэра городов. Это позволит ускорять в разы именно доставку продукта. Соответственно, человек чем раньше начнет пользоваться, раньше результат, ну и дальше продвижение будет раньше. Семья помогает в работе? Семья всегда помогала с самого первого дня. С самого первого дня. А семья какую роль играет внутри развития команды больше всего? Раньше это была моральная поддержка, а сегодня это организационная, фактическая поддержка в бизнесе, поскольку оба сына, старший сын и его жена, это лидеры моей первой линии. Второй сын – это первая линия первого сына. Хорошо, вот если взять следующие 5 стран новых, которые для вас важны, какие были бы? Это Узбекистан, это Таджикистан, это Китай. Сегодня у меня есть организация в Америке, в Вьетнаме. Есть люди, которые, да, очень активно работают. Там на местные вьетнамцы или русскоговорящие? Американка вьетнамского происхождения, она живет в Америке. И мы познакомились с ней в интернете, и таким образом у нас случился контакт. Ну, все, как вы с ними планируете работать? Через в основном соцсети, через скайп звонки? Вот. Как с ним поддерживать контакты, ну, развивать? Это обязательно приезд же должен быть. Будете приезжать месте, сами, конечно. Да? Личное присутствие – это очень важно. Да, согласен. Как вы видите развитие вашего города именно в рамках нашего проекта через 5 лет? Новосибирску повезло, что у нас будет кафе. Соответственно, тут вся программа, можно организовать вечеринки. В общем, это интересно. А в рейтинге, в сессии, какое место хотите занять? Хочу занять в первой сотне, разумеется, чтобы быть награжденным фрикоинами. Какой из наших инструментов больше всего поможет попасть в топ-10? Из всех инструментов, маркетинговый план компании Vision поможет. Вы когда про маркетинг кому-то рассказываете, первый бонус, на который люди максимально быстро понимают и реагируют, это какой? 5-5, 10-10-10. Сейчас и генералы. Да. Это символ обычно, да, начинается. Да. Хорошо, если рекомендовать одну книгу новичку, который 25 лет подписался в компанию, какую книгу порекомендовали вам? 10 уроков на салфетке. А что пожелаете вы новичкам? Нужно брать и делать уже действия прямо сегодня.